организаторы стараются ребят развлекать. В этот раз были показательные выступления лучников. Мы пробовали из лука стрелять. Был скалодром искусственный, который на закрытии, церемонии закрытия, как нам сказали, подарили специально спорттуристам. Я лазал на скалодроме, я практически с него не вылазил. Вот. Несмотря на то, что у меня небольшие проблемы с левой ногой, она мне уже начинает уже не мешать. Было бы тяжело немножко с ней. Я с скалодрома не вылазил. Ну, плюс в речке купались. Вот. Когда соревнования закончились, у нас был большой-большой дружеский общий костер и дискотека.